Антон! Антон, открой глаза! Что с тобой? Друг мой, Антон, открой глаза! Что с тобой? Я тебе помогу! Ты же мой друг, Антон! Уйди, вот мне глаза! Ты что с тобой? Пожалуйста, очнись, глаза! Я тебе сейчас помогу и скорую вызову! Антон, с глазом, очнись! Пожалуйста, Антон! Что с тобой? Что ты стой, надел? Ты же мой друг, Антон! Здравствуйте всем. Извините за опоздание. Начнем, пожалуй. Сегодня здесь собрались люди с разными судьбами. Но всех вас объединяет одно. Каждый из вас пытался совершить суицид. Прежде всего, наша главная цель — выслушать вас и узнать причину, почему вы хотели покончить с собой. Я знаю про ваши судьбы. Кто-то решился на это из-за любви, у кого-то кредиты или просто жизненные трудности. И я вас всех обязательно выслушаю. Но перед этим я бы хотела пригласить сюда человека, судьба которого в разы хуже вашей. Поверьте мне, ему приходилось выживать. Но несмотря на все, он не сдался и выбрал жить. Омир, можно тебя? Привет, Омир. Знакомьтесь, пожалуйста. Нашего мальчика зовут Омирбек или просто Омир. Несмотря на свой юный возраст, он пережил то, что взрослым даже не снилось. Омир, не стесняйся, пожалуйста. Расскажи все про себя и свою жизнь. Присаживайся. Здравствуйте. Меня зовут Омир, и мне 11 лет. 2 года назад я потерял своих родителей. И остался я и моя сестренка Дина. Потом нас приютил наш двоюродный брат моего отца Ланага. Ну, не потому что он нас любил, а потому что ему нужна была наша квартира. Он нигде не работал, часто пил с друзьями. И иногда даже бил нас. Поэтому у меня остался только один вариант. Все. Не валите. О, здрасте, девушка, купите орешки свежие. Купите орешки. Асанатма, орешка ласпа? Да, да. Купите орешки. Купите орешки, ага, по 500. Орешки по 500. Здрасте, девушка, купите орешки свежие. Сколько стоит? По 500. А что так дорого? Ну, такая цена у нас. Ну, ладно, давай. О, Рахмет, вот так вот, баб. Давай. Рахмет, не болите. Спасибо. Здрасте, купите орешки. Асалат мой, купите орешки. О чем? По 500. Давайте. О, от души. Возьмите. Рахмет. Здрасте, купите орешки. Сонг сал. Джо, Рахмет. Да ладно, давай возьмем. Жан, зачем тебе эти орешки? А почему тут орешки? Просто парня жалко. Зачем его жалеть? Вот сейчас ему поможешь, обойдет сигарет, он купит бухла. Зачем тебе так помогать? Бала, ты не смысл улеми. Я сестренке на лечение собираю. Понял меня? Да, конечно, сестренке на лечение. В Талдык уехал. Или маме поможешь. Что там у вас еще было? Как вы там накидываете? Все, иди давай. Чего стоишь? Администратор! Уберите этого попрошайку! Сам ты попрошайка. Кто пустил тебя? Руки убери сам, пожалуйста. Еще раз прошу прощения.
Биркель Балапанов. ВМР. Ты куда пошел? Тохтаджан, Тохтаджан. Алтыным со, Балапаном со. Чур, никому тебя не отдам. Калайсин номер. Куда ты убежишь? Не хор. Че, по мамке соскучился, да? До сих пор сам по себе, да? Угу. Слышь, Умер, такая тема. Сегодня выходной. В клубах народа много. Слышь, давай подработаем. Ты будешь просить деньги, а мы будем 50 на 50 делить. Че как? Меня ях колм бар, мне синдер сяхта месм. Я не буду попрошенчать. Как? Эй, поближе, встань сюда. Идисин? Не сидан сол. Эй, чувак, очнись. Ахша орма? Ахша орма, Дим? Чок. Тапсам, мен кімі? Акел ақшамды. Кетче. Акел. Себе отсюда. Попрошаешь, не будет. Чего? Эй, ржат. Заткнись, дурак. Че тебе надо? Я тебе что сказал? Отпусти. Я тебе что сказал, чтоб на километр к нему не подходил? Говорил? Да понял, понял. Отпусти. Двушку увернул и извинился. Понял? Понял. Эй, не дерзи, и этому шакалу скажи, и тебя, и его побрею, будете в бомжатнике сидеть. Ясно? Ясно. А это чтоб не забывал, сука. В следующий раз кулаком ударю. Взял. Себе отсюда. Быстрее. На хлебнике. Салам. Салам, ты где был? Забегался. Забегался. Я 2 часа сижу, тебя жду. Ладно, это тебе. Орешки? И нахрена мне твои орешки? Орешки полезны для твоего мозга. Знаю. Вдруг поумеешь тебе намо. И шашн даласын. Я щегол. Ты свой язык за зубами держи, ладно, в следующий раз. Получишь у меня. Шаш-шаш. Ладно, Мэмор, давай, пойдем. Бери коробку, пойдем зарабатывать, бабки нужны. Да, как раз я тебе сейчас не долучу. Я щегол! Ты у меня как-то точно получишь когда-нибудь? Леха! Махабат сегодня! Положите хотя бы мелочь, ведь на мелочах строится жизнь, ребята! Давай, Омер. Держите музыканта. Нет. Поддержите музыканта от души. Поддержите музыканта. Поддержите. Вкусное мороженое. Синий жизнь, кузов. Пицца. Жарать, козов, пицца, лам, сверна, лам, стрима. Кибаран, смульти, курема. Мороженое. Поделите музыканта хотя бы на стрижку. Держи. Нет, 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 нет. Это много. Ромер, 6 тысяч твои, 6 тысяч мои. Все справедливо. Я просто стоял, а ты пел. Хватит. Нет. Ромер. У тебя младшая сестренка, тебе ее кормить надо. Так что бери. Спасибо. Дай пивас. А тебе на стрижку хватит, да, денег? Шучу. А этот? Ау. Давай не будем петь последнюю песню, которую про маму. Ты, извини, Вымер, я просто не знал, что ты это... Сирота. Ну, спасибо, что сам сказал. Нет, не из-за этого, просто на эту песню люди мало деньги дают. Видишь? Ну, ладно, петь я не буду, но пить буду. Будешь? Нет, спасибо. Правильно, не пей это говно. А что ты тогда ты сам пьешь это? Потому что мне никто не говорил, не пить это прекрасное холодное говно. А тебе я говорю, не пей.
Ладно. Ладно, Вымер. Завтра все по плану. Завтра увидимся. Я пошел. Не болей. Понял. Умер. Пацаны, я же сказал. Да знаем, знаем. Чё ты? На, не бесуй. Спит. Больные, окей. Сынок, подожди, тебе сколько лет? Не, водку тебе продавать я не буду. Слушай, Агашка, у меня вот только вчера этот батя умер. Пожалуйста, делай исключение. У мамы депрессия, у Ани шугарик. Эти все меня диету могла. Понимаешь, да? Только как позло. Блин. Жарай, только это ты. Закрытый пакет сверни. И скажи, что если спросят, у тебя в другом месте брал, хорошо? Слово в пацаны даю. Все, не болей. Давай, счастливо. Под кем хочешь, бабуль? Не рисун. А, стоя. Мәң залыңыз. Рахмет, балам. Көп жас айналайын. Аман бол, жан. Сау болыңыз. Ауырмаңыз, апа. Рахмет. Байларды айтамдан, мың квадрат үйде тұрады да, не істейін, екі қадам тұр. Не істейін? Де, Өмір, чё не здоровышсен? Не учили, что ли? А? Аманды сай талатаған мен, э? Шығыл түшін ұпаймал да. Силамайт бұларға. Ох, я себе. Ох, бе. Сен айтыз бұлар саған не үшін керек деп. Мне не үшін. И амандаспасаң, амандаспай. Перемізді пошкіп. О, Умрага. Привет, как дела? Хорошо. Не заходил? Ничего не говорил? Нет, только они с тем дядей кричат. Громко, мне страшно было. Не, да не бойся, я же рядом. Угу. А, ой. Забыл. Это тебе. Спасибо, Умрага. Но зачем? У меня же есть зайка, которую мне папа купил. Я ее люблю. Не, в следующий раз я буду тебе покупать. Хорошо? Угу. Ты покушала? Нет. Сейчас тогда посмотри. О, пицца. А ты покушал? Нет, я не хочу. Блин, спасибо, Рахмет. Да, Умер, Дина, не спите, что ли? Умрага. Не бойся. Умер, Тахал, что кушать без меня? А? Дядя не делится. А? Хусын дали, я тебе, не?
Жаман қусындар екен. Школа қалай? Нормально. Не нормально? Беш мен ане? Дневник ты? Не үшін келдіңіз? Идите, давай, пейте, а? Қалай не үшін келдің? Это моя квартира, сам знаю. Что хочу, то делаю, понял? Это наша квартира. Она ваша была. Сейчас моя квартира. Мне бонус эта квартира, понял? Что я вас забрал. Так что купсюлями дай дневник, тексерим. Ты не мой папа, чтоб проверять. Ух ты. Не папа. Я тебе сейчас папа и мама. Ку-ку. Мен сендер детдом өткізіп самай, осында алып қалғанына рахмет айтындар. Қарап жүрме сендерді асырап. Мені жұрлап отсын сен, тілің шығайын деп тұғай. Тіліңді бар ғой, жұрт кесіп алайын ба, тіліңді. Подойдешь, убью. Понял? Ой, бай. Тұрт. Пышақтан қорқады депсің ба? Талайын көрген мындай пышақтың. А? Дух жетеді менде. Түсінің ба? Біз таяп тұрмыз сендерді. Не жатыңдар? Не сабақ оқыңдар? Знание керек қазір. Бетімен кетесіңдер. Ты лекарство выпила? Да. Молодец. Давай, да, пиццу доедаем и спать ложимся, хорошо? Угу. Спокойной ночи, Дина. Спокойной ночи. Умер, иди подними сестренку. Быстро, быстро. Хзан, не сильно ударилась? Нет, пап. Охранной нахзан. Умер, а ты следи за сестренкой. Ты же ее старший брат. Ты всегда должен беречь и поддерживать ее. Хорошо. Сын, Дина, идемте кушать. А, ладно. Слушай, зубы. Балам. Да. Мя. Опа. Иди в грек. Не болей. Сам ты не болей. Рахмет, надо сказать. Мрага. А когда мама с папой вернутся? Дина, запомни, они всегда рядом и следят за нами. Сабақтан соң өзім алып кетемін, хорошо? Нау, тамаққа, ешқайда шықпа. Хорошо. Здравствуйте. Өмір? Здравствуйте, Гульмира Асетовна. Скажи мне, пожалуйста, где ты пропадал эти три дня? Почему на уроках нет? Я занят был. Занят? Чем это ты был занят? Работал. Машину помыл, цветы продавал, даже музыканту помог. В смысле? Ты сейчас серьезно? Да ладно, шучу. Я болел. А где твоя справка? Али Бансила Барнанджоку. Нужна объяснительная, дорогой. А, да, будет. Обязательно будет. Только пусть дядя сам напишет. А не так, как в прошлый раз, когда ты сам написал. Да. Понял? Иди на уроки. Образование казахского ханства. И что потом? Он сказал, дай телефон позвонить. Я ему дал. Он в карман положил и ушел. Нахрен ты ему дал? И теперь он давайте урок об лохане. Что, что старше? Умер запарил. Если родители узнают, что Дулат отобрал у меня телефон, они меня убьют. Ты же знаешь, у меня отец на стройке работает.
Больше мне никогда ничего не купить. Кто это гудит, а? Ладно. Умар, встань. Разберемся. Да. Ты сюда учиться пришел или разговаривать? Учиться. Что я только что сказала? Про образование казахского ханства. И в каком веке оно образовалось? В 15-м. Хорошо. Годы правления Аблайхана? 1771-1781. Ладно. Садись. Все остальные открываем дневники, записываем домашнее задание. Ладно, не переживай. Достаем телефон. Дневники открываем. Думаешь? Параграф. Номер. О, пацанки. Заберем. 34. Я ему 500 тенге дала, когда ему надо было, выручила его. А он, видишь, что делает. Здрасте. Здравствуйте. Че, как в парке сидится, хорошо? Да нормально. Хорошо. Выбиваем? Да нет, так чуть-чуть. Вы, наверное, в курсе, у вас там детей вообще-то забирают? Ну, забирают, значит, так надо. Что мы теперь сделаем? Вообще не жалко, что ли? Почему не жалко? Жалко, конечно. Вот сидим, думаем, что дальше делать. Слушай, ладно, этот-то конченый. Ты же мать. Ну, я понимаю. Сердце не болит? Болит. Да насрать вам. Сидите, бухаете, курите. Таких детишек забираем. Слышь, батя, что не скажет, может? Не грузи, брат, а. Детей забрали, значит, там вовремя кормить еще будет. Ладно, заткнись, бля. Бля, ну как вы можете, а? Это же ваши дети. Такие сладкие. Красивые. Бог кому-то детей не дает. Кто-то молится, чтобы дети были. А вам насрать. Слушайте, давайте я со своей зарплаты вам буду деньги давать на презервативы. Пожалуйста, не рожай детей. Бля, мне больно, бля, понимаешь? У нас получается, что я сделаю. Да что ты, получается, получается. Все от вас же зависит. Сколько могу отмазать, все, я уже не могу их забирать, понимаете? Я уже ничего, я бессилен. Потому что вам похрен. Почему, блядь, таким, как вы, вам детей дают? Не надо, все. Не рожайте нахрен. Они в детдом уйдут, там все, они психологически, может, травмированы будут, понимаете? А, понимаешь, батя? Тимик, дай. Тимик. Я понял. Ладно, я все, что мог, сделал. Блядь, какие же вы гандоны, бля, слов нет, бля. Детей жалко. Давай за детей выпьем. Там есть все? Да хрен его знает. Салам, Дулат. Не олды, я кинчу вам алтын бене. Где вторая? Халтамды. Наши олдар, борзу олкетті, э? Дулат, верни ему телефон. Мы сам по-хорошему айтып тұрым просто. По-хорошему? Смотри, какой-то пятиклашка мне по-хорошему говорит. Ты вообще на кого надеешься? Ладно, он родителям пожалуется. А ты кому? Никому. Я себе постою, понял, на? Мене телефон колына келема, алло. И достал нож, делай. Чё, зассал, да? Всё, уголовное дело тебе завели. Мне кажется, нож был внешним. Ты давай тут мне мозги не хавай. Ты клоун, сука. Ты кому деньги откидываешь? Я в детдоме был. Я пуганый. Ты же мент. Любишь, когда тебе благодарят.